Сегодня 10 марта, и мы с Данилкой поехали на вечеринку. Барланда, будем танцевать. You gonna be dance? No. Why? I don't dance, you know that. You have to dance with me. I'll dance slow dance a couple times with you. Give me a kiss. Happy Women's Day. Поехали. Да, вот такая невезуха. Видите, вот 6 часов вечера, вечеринка с 7, и уже вот трафик. Вот, вам и Америка, не только в Москве трафик. И в Америке тоже. Дэниел расстроился, говорит, надо было выезжать раньше, а не последнюю минуту. Ну а что делать? Раньше-то не хочется выезжать. Выехали, как говорится, за час до вечеринки. Будем смотреть, как оно получится. Да, Даниил, конечно, едет по этой линии, но я не думаю, что она куда-то выведет. Я помню, тоже так же ехала. А потом пришлось все равно на соседнюю линию выезжать. Но если такой трафик, то все будут с опозданием, кто не в Орландо живет. Данилка расстроенный, волнуется. Пустили нас пока. What are you laughing about, Любовь? What? Чего ты смеешься? This is funny to you? Yeah. Something different. Sitting in traffic is something different. Yes. Then go to Disney and stand in lines. Because every day, no, nothing will happen. All the same. All... Любовь, it's this way every night. Every night? Yes. Why do you think I go to work so early before the traffic starts? Каждую ночь, говорит. Why do you think I work way down in Sanford, do the first job in Sanford first? So I don't have to drive on this piece of crap. Ну, я-то, конечно, вечерами не езжу по скоростной дороге, но по спидвею, как говорится. 70% of these people on the road shouldn't even be driving. Ворчит Данилка. They give out licenses to idiots. Вот так вот. Вот такая у нас вечеринка началась. Это как обычно. Конечно, удобнее всего сидеть дома, никуда не ездить. Но я решила, и вот такая вот невезуха сразу. Проехали, пока включала камеру, проехали. Конечно, был этот авария. Машина кверху ногами была. Ну вот все, выехали напрямую. Зря Данилка волновался. Все у нас отлично, едем, как ни в чем не бывало. You okay now? Сосредоточен. Целое событие. Поехали на вечеринку. Уже знаете, с годами, конечно, все труднее и труднее себя собрать на такие мероприятия. Хочется таких маленьких компаний в домашних условиях. Но, как говорится, я говорю, поехали, пока еще и зовут, и пока нас помнят, и пока мы кого-то знаем. Скоро совсем уже будет другое поколение. И, как говорится, с годами теряем связи. Небо. We made it to Sanford. Ехать целый час. Вы удивляетесь, почему я не езжу далеко. Так вот, Данилка говорит, он не получает больше удовольствия ехать куда не знает. Я говорю, ну у нас же навигатор. Он все равно говорит, если бы ты раньше сказала, что так далеко, мы бы поехали и посмотрели, где, чем ехать ночью, не знаешь куда. Я делаю вывод, что не только я, раньше-то я ездила на работу утром рано, в темноте. Не только я не хочу по скоростной дороге, а Данилка даже не хочет больше, говорит, не получает удовольствия от этого, потому что это стресс. Так что молодые, пока молодые, ничего не боятся, а вот с возрастом я даже обрадовалась, что не только у меня стресс, но и у Данилки стресс. You say stress? I got no stress. You say you're not comfortable.
I don't like going to a strange place in the dark, yes. But I have no stress. I'll get us there. Не получает удовольствие ехать в темноте, не зная, куда говорить. I'm in no rush. It's not like I'm going to meet my best friends there. Why? Because I have none. Yes, you do. No, everybody hates me. No, ты не... Напрашиваться на комплименты, никто его не любит. What they say on your YouTube thing? Yeah. Я с Данилкой, я вам честно скажу, я еду совершенно спокойно, потому что я уверена в его вождении за 16 лет, не было никаких нарушений у него. Он едет спокойно, с одной скоростью, никуда не торопится, как Наташа говорит, как старики. Ну и что? Тише едешь, дальше будешь. Вот Ли Роуд. Здесь мы поворачивали с Данилкой. Поворачивали, когда работали на фабрике Тайфуян Бейкери. Изменилось, говорит, конечно, поворот. Дорог понастроили здесь. Да. Тут где-то наша фабрика была. Ехать, конечно, еще до нее. Ну вот, видите, проезжаем даунтаун. Центра Орландо. Как говорится. Все вот эти банки. Данилка балкуется. Я не могу. Удовольствие получаю. С ними я не боюсь. Приедем на 15 минут, показывает навигатор, позже, чем после 7:15, короче. Вот. Иногда полезно, знаете, когда вообще ездишь вот совсем все рядом, как-то неинтересно. Так вот съездить немножечко, поволноваться. Да, говорит, дороги все, конечно, тут, видите, расширили, между ними бордюр бетонный, что-то еще строят, тут два бордюра. Надо аккуратно, короче, ехать, чтобы... удовольствие. Да-да-да. Нам еще долго ехать. Наверное, минут 25. Когда-то я здесь жила и ездила. Так странно вот все смотришь, думаешь, боже, как все давно было. Когда я приехала, я жила в Орландо, пока за Данилку замуж не вышла. 3,5 года жила в Орландо, ходила по даунтауну, по банкам, получали деньги, гуляли. Как жизнь быстро летит вообще. Amway Center. И играет баскетбол. Итак, мы припарковались, но мы еще не нашли куда. Нам идти, будем искать. Красивые. Какой-то. Эри Сикки. Ух ты, какие красивые. Bring up the brochure, hon. The hell with the map. Студия.
8:50, 2:10. Yeah, this is Via Galagia. Oh, there's not a lot of stuff. And let me, this is, I think it might be around, this, it might be down this hallway. We're going to this restaurant right here, but we have to enter it from the front. Let me see what that restaurant number is. What was wrong with the sound reception out here? Oh, no, Wi-Fi. Нам помогает они искать. Говорят, где-то ждут. Thank you. А? Парковочка здесь кругом занята. Кругом рестораны. Оксана, мы правильно идем? Люда, господи, наконец-то нашли. Привет, красавица, привет. Hi. Hello. Hi. Людочка, привет. Мы только... А? Людочка, тоже ждешь кого-то, да? Мужа потеряла. Мужа? Ну, где-то вот он здесь будет. Husband, she looking for husband. 35. Нет, мы приехали вместе. Приехали с девочками, но...